студии программы «Пусть говорят» снова обсудили скандальную тему развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. В студии собрались друзья и знакомые, пока еще законных супругов, среди которых были художник Лада Быстрицкая, писатель Виктор Куклюшкин, актер Александр Левенбук, звезда «Большой разницы» и многие другие. Не обошлось и без адвоката Евгения Вагановича, Сергея Жорина, который пришел в ток-шоу с новым доказательством того, что его клиент является жертвой данной истории. Так юрист предоставил запись телефонного разговора Петросяна и Степаненко, которое было сделано юмористом по его просьбе. В ходе беседы артист пытается уговорить жену впустить его домой. Елена разговаривает с мужем весьма неохотно, а потом и вовсе кладет трубку. По словам Жорина, Евгений Ваганович перезванивал супруге, однако та больше не отвечала.